iTeamsExpert.ru. Беспроигрышная лотерея вещей Dota 2 и CSGO. Частое выпадение дорогих вещей. Постоянным покупателям скидки, подарки. А также здесь вы можете выиграть PlayStation 4. Чем больше покупаете, тем больше шанс на выигрыш. Ссылки в описании. Давай! Четвертый раунд пошел! И привет всем, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Схема, с вами Хакер и, конечно же, Халдор. И сегодня мы играем в GTA. Ну, вы поняли, рампу, все дела там, да? Да-да-да. А прямо едь, прямо Хакер едет. Все, поехали. О, здесь только бесконтактный. Кто едет первым? Мехакер едет. Опять! До первого поворота! Развернуло! Ну, схему, ты бы... Блядь, я за кем-то... Я развернул! Мика чуть на круг тебя мне уехал. Улетел, хрен знает куда. Я вместе с тобой. Ой, опять тут вода, мне не нравится эта вода. Миха, помнишь эту воду? Где есть вода, Михакер туда постоянно падает. Михакер, где самая лучшая вода? Ой, рампа. Куда лучше упасть? Трамплин. Амиго, да. Ты что, офигел? Рамплин, пацаны. Блять, я просто... Что случилось? На ровном, блять, месте переворачиваюсь. Ну, это нормально. Рамплин. Соревнуемся, жестко бьемся за шестое место. Это я второй. Миха, ты первый? Я первый. Миха первый, ну ты чё? Миха первый. Так это пока что. Пока я прошел рамку. Лови Мишаню. Ты чё, Миха, брешь, я за тебя еду. Мы по миникарте все видим, не надо нам тут. Миха, я за тебя так что тут... Ты нам тут не это. Не заливай. Понял. Ой, а вот тут у кого-то начнутся сейчас проблемы дикие. Ну и что-то Миха не прошел. А чё здесь как узкое? Эй, Квантум! Сиди, Квантум, не надо! Я прошел ее с первого раза, пацаны! Серьезно? Да! Это рамп, мы уже привыкли, мы сколько таких рамп прошли. Мы сколько же этих рамп прошли, это изи рампа. Да какого хрена? Я прошел ее. Ёбаный стыд. Я доехал. Ты все ты? Сейчас. Нет, еще ищи. Квантум, подожди. Ладно, давай. От первого летел, первого тут нереально пойти. От первого нереально, Миха, рампу нужно с третьего лица проходить здесь. По-другому никак. Я-то думаю, что не получается. Ой, я упал в воду, моя машина стала белой. Так, белой, что? Это все негативное влияние Михакера. Помыл ее просто. Не моя рампа, все, я ее... Ушить ебаный в рот сидеть. Все, я прошел ее, гайз, все, я первый. Я с первого раза прохожу рампу, да? Ах, продолжаем проходить рампу Flip 4 Wall Ride. Чё у меня машина прыгает, вы видели это? Вы знаете, что такое безумие? Это проходить вот эти вот рампы. Знаете, что такое безумие? Безумие это попадать в сессию с нами, когда играешь с контактным режимом. Это безумие. А контакт, нормальный мужской наконец-то режим. Кто-то улетел. Наконец-то. Бля, обожаю контакт. Чё, схема, тебе нравится контактный режим? Обожаю контактный режим. Мужики, считай, едут, сразу видно. Я видел. А вот и Уолрайт. Я чувствую, я вот... Мне даже до Уолрайда доехал, нифига себе. Нет! Что такое Уолрайт? А вон они полетели уже, полетели котятки. А, летят уже куда-то? Ой-ой-ой! По-моему, зря я контактный режим поставил. Ой, зря. Нормаль. Завод практически. Занесло, блин, ну как всегда. Да как отключить слепстрим? Поехали. Пацаны, это эпик фейл. Я Миху сбил, твою мать! Вы видели, я Миху сбил! Такого Миху у меня не было там. Я тебя сбил! Человечка моего? Да. Квантум, что не так? Я не знаю, слепстрим. Бам, еще и ветряком дать. Троить, да, уже глаза косят. Да ёбаный в рот, чуть-чуть вниз дал, блядь, и все. Я
На вторую рампу заехал. Так, 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 давай, третья рампа, сученька. Давай, четвертая рампа, пошел, 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 пошел. На! Есть! Походит! Только не взорвись, паскуда тварь. Есть! Есть! Все, комплит. Ребята, дождь идет! Дождь? Вот так дождь! Ты издеваешься, что ли? Пацаны, это серпантин под дождем, это полно. И опять впереди трое. Да, опять не трое. Давайте я сейчас не поставлю. Ребята, это, короче, карта без рамп сейчас. Вот посмотрим, кто на что смотрит. Так, без рамп? Да. Один круг, один круг. Не надо, ну не надо, я тебя умоляю. Опять звук, у меня опять звуков чекпоинтов нету. А, да чё, какого хрена меня все таранят, кому не лень. Здесь полная жопа. Я по кустам он не езжу, о, холдор попёр. Здесь тачку заносят, блин. Нифига, вообще капец просто. Вы издеваетесь. Да, Мика, ты что делаешь? Да тебя, ты сам подлез, я не виноват, я не хотел тебя спросить. Да, конечно, сам подлез. Специально вот. Просто уносит тачку. Обязательно сзади разгонится и ударит, блин, по машине, блин. Уйдите тогда с этого, с общего зачёта. Ой, Зекс, иди нахрен. 18 километров это протяженность всех дорог вместе взят. Российской Федерации ровных, да? Без ям. Без ям, которые. Так, избавился от бомжа, отлично. Ты какой едешь, Квантум? Первый. Он теперь нам сейчас будет, козел этот. Отлично. Господи, какая гнерная гонка, ну за что? Что он съел? Что такое? Ух, тут ребятки улетают-то все. На гору. Он обошел весь, сука! Где слепстрим, да? Квантум! Я еду девятым. Впереди одинокая Зенторна черная. Это не ты, Холдор? Нет. Он четвертым едет. Я третьим еду. Я теперь не знаю, кого догнать, меня обогнал. Я врезался там в повороте адском. А тут я еду, как походу, с какими-то фанатами. Они меня пропускают, не толкают, защищают. И манки там хорошо. Зеленый, да, я первым приеду. Давай мне слепстрима, парень, спасибо. Сейчас я тебя сделаю. Твою мать, тут резкий поворот! Нет, я развернул его, ура! Холдор! Короче, у тебя есть возможность. Красава. Я развернул его, я скинул с хвоста. Я вот, я рядом с вами уже тут. Блин, это ненадолго, походу. Скиньте его, давайте вместе поедем. Крю напоминает. За крю, да. Крю. Да. Опа, дайте мне слепстрим от Квантума. Слепстрим от Квантума. Спрашивайте вам. Ой, сука! Вот дебила кусок! Что ты? Ааа, чё ты? Ой, ты дебил, что ты натворил? Кретин! Опять зелёный, вот ты тупой Холдор! Квантум! Бля, всё, вот, всё, Холдор больше с нами гонки не будет записывать, гайс. Вы теперь знаете почему. Один переворот. Вон ты его догоняешь, Квантум, уже вижу по миникарте. Ну самый огонь, походу, на первых трех местах, там борьба у них. Да я тебе говорю! Бля, нас развернуло обоих. Спать, я тебе скажу. Поехали, поехали, родненькая. Да. Моя, кисуня, я ж тебя, блин, бензинчиком самым вкусным покормлю потом. Самым вкусным, без масла. Без масла отвечаю. 98-й, мои, который. Не ДТ, честно. Нифига себе. Джедаем вам тебя покормлю, да? Только даже гони, кисулька. Вот, солнце. Вот и все. Что? Вам просто развернуло? Охереть, меня за отбойник вынесло. О, Квантум. О, нифига себе тут поворот. Переспавнивайся, Квантум, лучше. Солнышко-то выглянуло, толку. А дождь-то идет. Пожалуйста, пожалуйста, гони. Слепой дождь идет. Приходится притормаживать на поворотах. Погнали, ни хрена задрифтило ж. Стасян, паскуда! У меня мышка разрядилась. Забей. Я отбил бы хотя бы две позиции. Твою мать, где финиш? Отбей Стасяна. Я не могу, он сзади меня далеко идет. Вот где ты научился, вот в какой игре научился тормозить, я никогда в гонках не тормозил. Я не знал, что такое тормоза. О, дамба, нихера себе. Где ты рампу увидел? Дамба. Тихо, на паузе. Второй.
Хотя бы второй, блин! Вот эта гонка донная, просто! Ох, ну вот наши любимые рампы, теперь ничего сложного, все будет хорошо, мы выиграем, пацаны. О, он меня в воздух улетает даже порой. Ну нормально. Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Мать твою! Охренеть! Пальмы! Пальмы! Понасажали тут! Ох, Алдор там стоп врезался. Квантум лагает, ни хрена себе, что творится. Это мой интернет просто телеком, пацаны. 10 мегабит по договору. Ого-го-го, подтолкнули, молодцы. Молодцы, ребята. Ребятушки, красавцы. Кто там на первом позиции? Вампир! Не знаю. Это было очень подло. Как Ой, я первый стал нечаянно. Я ехал первый, я стал 12-й. Просто так, на ровном месте. Я тоже ехал 12-й, стал первый просто так на ровном месте. Это Микки, ты же мне помогал всегда, я не собрал чекпоинт. Ой, мне еще лагает, у меня на паузе игра стоит. Человек, который трахает 20. А нет, еще. Так. Вот трахание. И вот она сейчас здесь будет рампа. Тут люди ходят, мешают, блин. Там рампы где-нибудь. Я такой уебок, блядь. Люди хуже, чем О, еб твою, блин. Ну тут не получилось, потому что скорость слишком высокая была. Надо быстрее. Кондор выпал. Кто-то прошел, да. Я на ком-то подпрыгнул. Сука, я почти прошел, блядь. Оранжевый аутист. Так, 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 так. Главное сейчас не упасть с нее. Можно ли здесь объехать? Вот вопрос. Нельзя. Да кто мне там сзади толкает? Схемов, ты! Да четвертый, нет, трое, блин, уже проехали рампу, охренеть можно. Да-то обратка с рампы ехали, не с первого раза прошли ее. Так, я опять сейчас захожу на рампу, и там я уже вижу этот долбанный цирк и балаган. Ты как тоже прошел рампу? Как бы сюда вклиниться, да. О, what the fuck, схема, что ты натворил? А, только не в столб, отлично. Как хорошо ехать, когда людей нету. Смотри-ка, я прошел ее наконец-то. Ты тоже заметил? Ой, так, я со второго раза почти прошел. Обратку! Да-да-да. Ты каким едешь? Прикольно сделал. Ой, я первый стал. Девятый. Я прошел рампу, я девятый. Ну ни хера тут еще, блядь. Да пошли в жопу, бля! Ай, пацаны! Еще обраточка едет. А, я не могу проехать. Я с рампой, о, я стал первый, отлично, о, Миха, привет. Рампу прошел первый раз. Вот, там второй, да. Ни хера, я на ком-то подлетел. Там двое поджимают с хвоста. Что за жесть? Кто-то меня вкатил. А, я думал, они это, вторые, третьи, ни хрена себе, они, конечно, меня выщемили по-жесткому. О, обраточка, Миха, привет. Да, да. Ладно, я пока второй. До тебя там еще долго, Кванту. Да, да, я тут вижу уже. О, блин, начинается. Опять этот замес. Ну нахуй так делать, белый ублюдок! Опять обраточка будет не налететь на них. А что-то никто не едет. Ё-моё! Да блядь, да ты урод! Да вы чё, суки, делаете, твари? Я на дохлую тёлку налетел. На кого-то налетел? На дохлую тёлку. А, да, кстати, подкидываетесь, на трупы наезжаешь. Очень так, жёстко подкидывают. Ой, сколько народу. Сколько народу. Обраточка пошла. Бля, Кванту, ты прилетел уже? Все, я первый. Наконец-таки. О! Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.